Наш следующий докладчик Александр Александрович Мелик-Пашаев, профессор, заведующий лабораторией психологических проблем художественного развития Института психологии Академии наук и редактор журнала «Искусство в школе». Доклад был подготовлен в соавторстве с супругой Зинаидой Николаевной Навлянской, филолог, поэт, кандидат психологических наук, лауреат премии правительства, член Союза писателей России. Пожалуйста, Александр Александрович. Дорогие друзья и коллеги, проявившие такое безграничное терпение, я постараюсь его не подвергать слишком тяжелым испытаниям. Так, да? Вот название нашего доклада, я не уверен, что оно ну, так уж в точности соответствует тому, о чем я сейчас могу сказать. Хотя, конечно, когда мы говорим о детях и об их развитии, то тут и понятие, и слово «надежда», они уместны. Как вам уже сказали, у доклада два автора. Если Зинаида Николаевна захочет, она может как-то включиться или ответить на вопросы. Ну, а я, с вашего разрешения, буду употреблять то местоимение «я», то местоимение «мы», просто для удобства изложения. И еще я постараюсь, чтобы не создавать лишних трудностей переводчикам, придерживаться написанного текста, но, конечно, в каких-то случаях придется от этого отступать. Доклад посвящен в основном двум проблемам, которые, казалось бы, разные, но между ними можно увидеть глубокую и органическую связь. Я постараюсь это показать. Первое – это психологическая проблема одаренности. А вторая, скорее педагогическая или психолого-педагогическая, проблема возможной взаимосвязи художественно-творческого развития и религиозного воспитания ребенка. О проблеме одаренности. Считается, что творческих людей, ну иногда говорят креативных, могут сказать одаренных, есть различия, но сейчас для нас это не важно, что творчески одаренных людей, детей, а значит и людей, очень мало. По разным данным, разных социально-психологических обследований, кто-то насчитает там 3%, кто-то 5%, в зависимости от разных несущественных различий, но всегда очень мало. И иногда этим даже и, так сказать, аргументируют этими данными, говоря о том, что, скажем, образование не должно быть направлено на творческое развитие всех, потому что все равно это, из этого не получится, надо отбирать людей и так далее, и так далее. Так вот, у нас никакого доверия к этим данным нет. По разным причинам. Во-первых, потому что, хотя речь в таких случаях идет об одаренности вообще, на самом деле, если присмотреться, то исследуется ну, то, что можно тоже с большой оговоркой назвать одаренностью интеллектуальной. И хотя сами специалисты по одаренности считают эту интеллектуальную одаренность лишь одним из видов ее, но фактически происходит некоторое отождествление. Одаренный – это значит одаренный интеллектуально. Что, конечно, не, во всех отношениях несправедливо. Во-вторых, доверия нет потому, что, по мнению ведущих специалистов, в том числе как раз занимающихся именно интеллектуальной одаренностью, не существует таких методик, которые могли бы действительно диагностировать творческую одаренность в каком-то серьезном смысле этого слова. И тем более, которые не могут прогнозировать ее развитие, что особенно важно, как вы понимаете. И в-третьих, пожалуй, главная причина этого недоверия в том, что из педагогической практики всякий знает, какую громадную роль в актуализации, в проявлении, в развитии одаренности ребенка играет то, что в психологии называют мотивацией. Все успешные методики развития одаренности, они опираются на то, что в первую очередь пробуждается интерес и потребность ребенка заниматься данным делом. Я был знаком когда-то с выдающимся музыкальным педагогом, такая была Анна Даниловна Артобалевская,
Она работала и с большими музыкантами, и с обычными маленькими детьми, никому не отказывая. И она прямо так и говорила и писала, что мы ничего не можем знать о возможностях ребенка до тех пор, пока его душу не охватил интерес к музыке. Я знаю ряд примеров, совершенно конкретных, когда ребенок казался в музыке или в других искусствах бездарным и безнадежным и не любящим это дело, но когда у него пробуждался его личный интерес к этому, когда он понимал, что в этом есть возможность его реализации, его души собственной, то он оказывался иногда очень способным и даже выдающимся музыкантом. Но, как вы понимаете, вот такие массовые тестовые обследования, они никакую мотивацию не пробуждают, то есть даются сотням тысячам детей какие-то искусственные задания. Кому-то это покажется любопытно, кто-то их решит, кто-то нет. И на этом основании делать вывод, что мало одаренных людей, это, конечно, неправильно. И мы исходим из противоположного и даже, может быть, парадоксального основания, что одаренность к творчеству – это общечеловеческое свойство. Это не элитарное свойство каких-то отдельных людей, а это печать принадлежности к роду человеческому. Что это, опять-таки скажу, как ни парадоксально, это не исключение, а норма. Только как понимать норму? Норму обычно мы понимаем статистически. То есть нормально то, что вот в существующих наличных условиях достаточно часто встречается. Вы знаете, рисуют такую кривую, вот такую замечательную. Вот мало, здесь мало, а в середине много. Значит, это нормально. И, может быть, есть такие явления в жизни, когда такой подход правомерен. Но когда речь идет о развитии человека, о его возможностях, идущих изнутри, это, конечно, совершенно неправильный подход. И есть понятие нормы другое, которое называют ценностным. То есть, когда нормальным мы признаем то, когда нормальным мы считаем высшее из возможного. Самое лучшее, чего может достигать человек, вот это норма. А если мы этого в той или иной степени не достигаем, то мы в той или иной степени ненормальны. Вот я, когда я говорю о том, что творчество и одаренность – это норма, то исхожу из ценностного понимания термина «норма». Для того, чтобы признать творческий дар нормой, есть множество оснований. Это и ответ ветхозаветного учения о сотворении человека, и христианской антропологии, до ряда психологических и психотерапевтических концепций. Если возникнут вопросы, я просто сейчас пока хочу покороче все сделать, если будут вопросы или, может быть, в дальнейшем на мастер-классе, я могу привести примеры тех оснований и в педагогике, и в психологии, которые подтверждают ту мысль, что творчество – это одаренность – это норма. А сейчас я от противного скажу о том же самом. Поскольку творческое начало в человеке – это норма, требующая развития, то препятствование этому развитию, то, что иногда называют дефицитом творчества, что очень распространено, конечно, в практике традиционного образования, оно приносит огромный вред. Потому что, ну как вы понимаете, если источник внутри работает, если это требует выхода и реализации в жизни, и вот это блокируется возможность этой реализации, то тут, с моей точки зрения, две возможности, и одна другой хуже. Если образно себе представить, то первый вариант – это росток, который не может проломить асфальт, который там загибается и погибает. Это имеет колоссальные психологические последствия для человека. Он может не осознавать причины, но это и вот та депрессия, о которой сейчас говорилось, это утрата смысла жизни, это то, что называют деперсонализацией, ну и где-то на нижней ступеньке там уже и суицид маячит. Другой вариант можно уподобить запаянному чайнику, который кипит, носик запаян, он взрывается, с непредвиденными какими-то последствиями для всего окружение. Это саморазрушительное поведение, то, что называют мягко-девиантным, а на самом деле оно потом криминальное. Это и
подростковая преступность. Ну, в общем, о чем тут говорить. То есть проблема творчества, она вот имеет и такое, ну, жизненное развитие творчества, жизненное значение для общества имеет. Потому что масса всяких психологических и социальных последствий разрушительных в значительной степени из того происходит, что в раннем возрасте человек не имеет нормального, позитивного выхода для своего творческого потенциала, который дан ему как человеку от рождения и который требует и взыскует реализации жизни. Теперь еще возвращаясь к тому, что творчество – это одаренность, это норма, это подтверждает и педагогическая практика. И в частности, в области художественного образования. Художественное, я имею в виду, не обязательно изобразительное искусство, как часто понимают, но все возможные виды искусства, традиционные или современные, если они искусствами являются. Так вот, уж казалось бы, в области художественного развития неравенство достаточно очевидно. И вместе с тем это не так. Потому что когда преподавание какого-либо вида искусства ведется на основе развития, на основе понимания специфики ребенка и на основе понимания специфики искусства, то результаты бывают совершенно не такие, какие в обычных условиях мы видим. И довольно быстро все дети, не отобранные, все дети в общеобразовательных школах, довольно быстро они выходят на уровень создания полноценных художественных образов, имеющих детскую специфику, конечно, но настоящих художественных образов, таких, которые в течение уже более 100 лет, в общем, вызывают определенную зависть у мастеров искусства настоящего. И если в отношении изобразительного искусства это, в общем-то, довольно признанный факт, то, например, вот в практике моего содокладчика Зинаиды Николаевны Навлянской и ее соавтора Галины Николаевны Кузиной были такие результаты получены в преподавании литературы, что довольно необычно. Преподавание литературы, основанное на детском литературном творчестве с первого класса, в итоге имеющее целью воспитание, конечно, не профессиональных писателей и поэтов, а воспитание культурного читателя. Но тут тоже мы видим, как уже где-то на втором году обучения не остается ни одного ребенка, который раньше или позже, чаще или реже, как-то более удивительно или, ну, более, что ли, ну, понятно, в понятных масштабах, но выходит на уровень создания литературно-художественных текстов. То есть говорить о том, что кто-то лишен одаренности к литературному творчеству, нет оснований. Это не значит, что дети равны. Это не значит, тем более, что они одинаковы. Но приобщение к творческому опыту, которое чрезвычайно важно, как я сейчас пытался показать с психологической точки зрения, оно доступно всем. В особенности это все происходит успешно в сенситивном возрасте, то есть где-то ориентировочно от 5-6 до 8-9 лет, когда такой период наиболее благоприятный для того, чтобы получить первичный опыт художественного творчества, а дальше там будет видно. Дети в этом возрасте обладают исключительными благоприятными предпосылками именно для художественно-творческого развития. О предпосылках этих немножко поговорим ниже, а может быть еще и на мастер-классе. И я упомянул о том, что детское художественное творчество, оно является полноценно художественным и в то же время имеет возрастную специфику. Вот об этом речь пойдет на мастер-классе у Зинаиды Николаевны. Ну вот тогда мы к этому вопросу и вернемся. По этим причинам мы считаем, что нравственной и профессиональной нормой для педагога является то, что можно было бы назвать презумпцией одаренности, то есть презумпцией невиновности. Есть клятва Гиппократа, скажем, в медицине. Вот презумпция одаренности. Человек должен подходить к ребенку как к потенциально одаренному в той области преподавания, которой мы занимаемся, и ни в коем случае не стараться рано отбирать каких-то одаренных, пригодных к творчеству, от непригодных к творчеству, предрешая это.
А, к сожалению, я не знаю, как в Эстонии, но в России очень большой крен на вот такой элитарно-конкурсно-олимпиадный подход. То есть думают, что можно очень рано с помощью каких-то специальных методик или с помощью таких вот близких, что ли, каких-то осязаемых, измеримых успехов, можно определить творческий потенциал и создавать для этого ребенка какие-то особые условия, часто вырывая его из нормального процесса возрастного развития, с тем, что он там будет какую-то славу Отечеству приносить или, в основном так. Это, мы считаем, что это и в нравственном отношении очень плохо, это и ошибочно обычно бывает. В большинстве случаев происходят ошибки, потому что критериев нет. Критерии поверхностные, критерии внешние. Это очень извращает мотивы творчества у этого маленького ребенка. В общем, это дело скверное. И гораздо лучше поступать так, как в Писании сказано. На каждого пусть солнце посветит, на каждого пусть дождь прольется. Ну и каждый прорастет по своим собственным линиям. А мы должны действовать с позиции презумпции одаренности и не пытаться заранее предрешать, чему этот человек должен посвятить свою дальнейшую жизнь. Но чтобы не быть неверно понятым, я подчеркну, что я говорю сейчас о том, что в определенном возрасте практически все дети могут раскрыть в себе способность создавать выразительные художественные образы, получать психологически очень ценный и необходимый человеку опыт авторства, творчества, побыть авторами. Наше дело – помочь им в этом. Но из этого, конечно, не следует, что каждый человек захочет и сможет, скажем, посвятить себя искусству, художественному творчеству на всю жизнь. Это и невозможно, и это бы и не нужно, в общем-то. Да? И мы думаем так, что можно различить художественную одаренность. Я говорю о художественной, потому что как-то в этом более уверен. Может быть, также и во всех остальных областях, но я говорю про искусство. Что можно разделить художественную одаренность возрастную, которую может с нашей помощью раскрыться практически у всех нормально развивающихся детей, без всякого отношения к их будущей профессии. И существует одаренность индивидуальная, которая свойственна относительно немногим детям, которые, может быть, действительно посвятят этому жизнь, и, может быть, внесут какой-то вклад в эту область культуры. Но это вопрос не каких-то специальных отдельных способностей, которые можно рано определить и измерить, а это вопрос того, что, вот так по-русски говоря, к чему душа лежит у этого человека. Вопрос внутреннего выбора человека. Не наше дело угадывать его раньше времени. То есть это именно вопрос того, хочет ли внутренняя сущность этого ребенка именно этому посвятить жизнь. Не столько может ли он, сколько хочет ли он. Завершая эту часть, значит, я повторяю, что каждый ребенок наделен даром творчества. Он не только сотворен, но он и сам потенциально является творцом. Можно сказать, что он сотворен для творчества. А это позволяет, я вот сейчас вспоминаю, что ведь многие и из древних отцов, по-моему, Григорий Палама и современные мыслители религиозные, они подчеркивали, что человек ближе всего бывает к Творцу именно в своем творческом даре. Так вот, как соотносится развитие творческого дара в ребенке с началом религиозного пути? Может ли быть какое-то взаимодействие? Когда в России наступил период, который мы называем перестройкой, и было празднование тысячелетия христианства на Руси, то стали появляться прежде немыслимые выставки детских работ на библейские и вообще религиозные церковные темы. И мы тогда поймали себя на том, что работы эти слабее, чем обычный уровень хороших детских работ. То есть они более схематичные, они более робкие, и в них нет вот этого необычайного сочетания открытой эмоциональности, искренности чувств и сочетания неумелости и художественной выразительности, которые мы так любим в детских работах.
И это не должно удивлять нас, потому что дети пытались изображать нечто такое, чего не было, что не было для них самих значимым переживанием. То есть они делали то, что хочет родитель, что хочет учитель, что хочет священник. Делали это искренне, конечно, но не может художник, ни большой, ни маленький, выразительно передать то, чего нет в его личном опыте. То есть так, как они изображают близких взрослых, своих домашних животных, свои игры, свое окружение и свои собственные фантазии. И я бы сказал, что вот такие работы на обычные темы, они не только более художественные, они и более одухотворены. В том смысле, что в картине мира, который создает ребенок, чувствуется присутствие великого Творца, которого он тянется душой, хотя он об этом не думает, хотя он не изображает соответствующие сюжеты. Ну, понятно, что создание работ таких заведомо бледных в художественном отношении, а иными они быть не могут, потому что не являются выражением опыта, оно не полезное для художественно-творческого развития. Но я думаю, что вот такое рисование на благочестивую, хотя и нужную, то есть на нужную, хотя и благочестивую тему, не порожденное внутренней потребностью, оно чревато, оно не полезно и с точки зрения религиозного воспитания, что это тоже не лучший и не самый надежный путь. Я помню встречу с одним священником, который занимался литературным творчеством со своими учениками. И он, узнав, что есть журнал у нас «Искусство в школе», и там соответствующая рубрика «Религия и художественное воспитание», он мне показал ряд работ своих детей с тем, чтобы мы это взяли для журнала. И когда я отобрал один из этих текстов, я понял, он не сказал, но я понял, что он очень удивлен, почему выбрано это. А выбрано потому, что большинство работ, они писали на тему рассуждения о заповедях Господних. И большинство работ – это был такой повторение возвышенных слов о Нагорной проповеди и заповедях, которые дети слышали или прочитали где-то. И батюшке это, видимо, нравилось. А вот ту, кого я выбрал, это была девочка, которая рассказала о том, как она жила с бабушкой, не выставлявшей на показ свою религиозность, видела ее повседневные отношения и к себе, и к своим чужим, и к близким, и к чужим, и к своим людям, набиралась опыта христианской жизни. И вот она опытно всем существом поняла, что значит «не судите, да не судимы будете». Вот она об этом писала. И это получилось настоящий текст. Так, если вернуться к детям более раннего возраста. Я упомянул раньше, что это период возрастной художественной одаренности детей. Для этого есть психологические серьезные основания. Занимаясь художественным развитием, мы убеждались, что ребенок в возрасте, который принято называть старшим дошкольным и младшим школьным, обладает ценнейшими предпосылками, которые мы в развитом виде встречаем у больших художников. Он, в отличие от более рационального подростка и взрослого человека, чувствует свое единство с окружающим миром. У него нет этого барьера «я» и «не я», отчужденности нет. Он видит во всем, что его окружает, некоторую внутреннюю жизнь, характер, настроение, отношение к самому себе и обладает таким ненасытным, бескорыстным интересом к эмоциональной отзывчивости на все, что чувствами воспринимается. То, что блестит, сверкает, холодит, греет, твердое, холодное и так далее, и так далее. Вот ко всему чувственному облику мира, из которого всегда ткется художественный образ, и то, что с возрастом уходит. Вот я прочитаю вам, что говорил на эту тему Василий Зиньковский, наверное, многие или все его знают, который жил в эмиграции и был известным и богословом, педагогом, и священнослужителем, а до этого большим психологом, к тому же. «Все в мире, и большое, и малое, и звезды, и небо, и земля, и люди, все восхищает дитя, влечет его к себе. Нравится ему без всякой мысли о возможном использовании. Отношение ребенка к миру носит по преимуществу эстетический характер. Эстетическая установка доминирует в детской душе». К сожалению, все эти достоинства ребенка обычно не бывают востребованы системой образования, скорее, наоборот, намеренно или ненамеренно они уничтожаются. Но именно они создают основу художественной одаренности. И это ощущение живого, родственного мира вещей, существ, природных явлений нужно всячески поддерживать, развивать и закреплять в детском художественном творчестве.
Но разве не это может стать основой, прочной основой религиозного воспитания с детства? Разве не такой образ мира помогает ребенку почувствовать, а потом и поверить, и осознать присутствие Бога-Творца во всех и во всем? И тот же Зиньковский, говоря о детской религиозной жизни, обращает внимание на то, что вот даже вещам дитя приписывает те же чувства стремления, какие оно находит у себя, у других людей. Если бы дитя не слышало от взрослых о Боге, оно бы инстинктивно искало центр и средоточие мира, хозяина, господина, отца, вседержителя. Это чувство тайны и в то же время родственности мира наполняет, по мысли Зиньковского, детскую душу сознанием смысла в бытии. А оформление идеи Бога-Вседержителя завершает и увенчивает этот процесс, а не предшествует ему. Глубокая ошибка обычного религиозного воспитания – ранняя интеллектуализация, сообщение идей, до которых ребенок не дорос, которые остаются для него пустыми формулами. Я бы привел такую параллель, как художественное развитие начинается не с освоения правил и норм, если оно настоящее. Да? Оно начинается вот с того, о чем я говорил, с выражения отношения, своего родственного отношения к явлениям. На этой основе приобретаются нормы и знания, и правила. И также, как мне кажется, религиозное воспитание начинается тоже не с догм усвоения, не с выполнения ритуалов, это все нужно, но это приходит потом, а с ощущения того, что во всем есть жизнь, и присутствует некая тайна творческая, и эта жизнь, она родственна тебе самому. Так, я как-то незаметно время растратил, и поэтому я сейчас просто приведу два примера живых вместо своих рассуждений. Несколько лет назад мы познакомились с одним очень интересным человеком. Он был, и сейчас есть он, диакон в одном из подмосковных храмов, художник-монументалист, который там работал с детьми в мастерскую, организовал, занимался с ними мозаикой. Причем он сам не вмешивался в работу, он давал советы, он обсуждал, он показывал образцы, но руками не лез в то, что делают дети. И этот диакон, его зовут Дмитрий Котов, он говорил, что ни в коем случае дети не должны иконы писать. Что это такое? Нарисовал человечка и написал, что это Николай Чудотворец. Так что это такое? От этого чувство священного исчезает, как он говорил. Что же они там делали? Они делали не просто, они что-то научились и выбросили, они делали мозаику для трапезной церковной, монастырской. И тему он выбрал гениально. Тема была сотворение мира. Но это не то, что Бог, творящий мир, а это мир, который творится. То есть это изобилие растений, животных, всяких ярких вещей, фрагментов. То есть то, что дети с наслаждением делали, и получалась мозаика невероятной красоты. И сам он говорил, что мало кто из художников-монументалистов может с детьми сравниться. Вот это был такой настоящий ход. Второй пример, на котором я сейчас буду заканчивать, это совсем другого рода. И связан он как раз с педагогической практикой моего соавтора Зинаиды Николаевны. Это было много лет назад, в глубоко советские времена. Она вела занятия в литературной студии для подростков. И на этих занятиях о Боге и религии не произносилось ни слова. По двум причинам. Во-первых, если бы там какая-то религиозная тема мелькнула на занятиях, то этот кружок был бы закрыт в тот же день. Во-вторых, потому что и сама руководительница, она и в мыслях не имела, что она будет заниматься религиозным воспитанием этих детей. То есть они занимались литературным, поэтическим творчеством, но не как какой-то специальной деятельностью, а как особым способом выражения своего отношения ко всему важному в жизни и в познании собственной своей души. И дети развивали в себе то необходимое для художественного творчества качество, которое писатель Пришвин назвал родственным вниманием к миру. В результате эти подростки, которых я еще застал неверующими или просто далекими от религиозных интересов, один за другим сами приходили к вере, принимали крещение. А в то время это было не смертельно опасно, но неприятности, конечно, могли быть. И главное, что они сохранили по сей день эту веру, и многие из них связали с церковью свою жизнь, а другие работают в области светской культуры с позиции христианских ценностей. То есть вот такое нелобовое религиозное воспитание через приобщение к настоящему творчеству, мне кажется, что это во многих случаях является оптимальным путем в современных условиях.
Ну вот, поэтому я думаю, что художественный опыт и опыт веры, эстетическое и религиозное отношение к миру родственны между собой, и что эти два пути имеют общий исток, общее начало, чувство причастности к живому таинственному миру, и в дальнейшей жизни человека они не расходятся, а могут поддерживать друг друга. Ну вот, наверное, на этом я и закончу с вашего разрешения. Спасибо вам, Александр Александрович. Я думаю, что у нас есть время для 1-2 вопросов из зала, если у кого-нибудь есть. Давайте 1-2 вопроса, или вот у нас будет мастер-класс, мы там и методики некоторые покажем. И... Ну, это не вопрос, а скорее комментарий. Мне показалось, что то, что вы говорите, очень созвучно тому, что говорил сегодня отец Алексей Уминский. Конечно. И отец Хрисанф. И у меня, конечно, ну, очень большой вопрос, на который, возможно, вот невозможно коротко ответить, но все-таки почему, зная, да, что существует вот, вот то, о чем вы говорите, да, вот возрастная одаренность и восприятие мира ребенком, вот его духовность, вот как вот вы выражаете, и все равно, скажем, принцип религиозного образования в России построен совершенно на противоположных основаниях. То есть вот как это объяснить и что с этим делать? Ну, то есть это такой риторический вопрос. Ну, что с этим делать? Ну, так и художественное образование построено часто бывает тоже не на тех основаниях, о которых мы сейчас говорим. Ну, потому что, да, кажется, что через рацию и через внешние формы поведения, вот о чем отец Алексей говорил, что это вот какой-то вот такой путь насильственного рационального, с одной стороны, с другой стороны, насильственного приведения, к счастью. Ну, что тут сделаешь? Ну, он же сказал, есть разномыслие у священников даже, да? Но есть те, кто это понимает, но вот как-то это, так сказать, нетрадиционный подход, потому что вроде бы здесь и не с религии начинается-то. Вроде бы, хотя на самом деле она присутствует в своих глубоких основаниях. Но хотят сразу как-то вот взять... за ушко на солнышко, да. Но ресурс тут большой, конечно, очень. Спасибо еще раз, Александр Александрович.